Здравствуйте, с вами я, Егор Галев, и информационный выпуск «День за днем». О самом важном и интересном на территории Татарского района сегодня в нашей программе. 14 ноября Владимир Васильевич Смирнов провел совещание с главами поселений Татарского района. Помимо глав поселений, среди приглашенных были руководители структурных подразделений администрации Татарского района и начальник управления финансов и налоговой политики Татарского района Ирина Викторовна Мельникова. Директор Центра занятости Алексей Викторович Майбах рассказал об организации работы на территориях муниципальных образований Татарского района, по содействию занятости населения, а также об организации по содействию трудоустройству незанятых инвалидов и работы по снижению нелегальной занятости. Татарский район входит в особый список по напряженности ситуации на рынке труда. Это о чем говорится? Это складываются все показатели по нашей работе. И здесь очень напряженно в каком плане? Отсутствие вакансий, первый момент. Второй момент. Если еще по городу у нас как бы проще, потому что все равно мы вакансии привлекаем от частных предпринимателей, от всех форм собственности, да, то в районе, получается, по муниципальным образованием очень часто там, допустим, 1-2, либо КФХ, да. Здесь получается, что ваши граждане стоят на учет, и нам нечего им предложить. Хотя периодически у вас все равно вакансии проходят. И когда у вас по нелегальной занятости, опять же, неоднократно к вашим КФХ возвращаемся, да, и большие площади засева все на свете, то есть они все равно каждую весну и осень используют ваших же жителей. Вакансий нету. Соответственно, получается, вся нагрузка ложится по напряженности по вашему муниципальному образованию очень большая. И с ним ничего сделать не можем. Опять же, мы можем тот же факт отследить, где были, нет, они трудоустроены в этот период времени. Возможно, они стояли на учете. Начальник управления экономического развития Павел Геннадьевич Истрахов рассказал о достижении значений показателя «Доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме». До конца года на территории района мы должны доля граждан, зарегистрированных на портале госуслуг, должна составить 70%, или 22 200 человек. На 1 ноября у нас 19 100 зарегистрировано. То есть до конца года нам нужно еще 3 100 человек зарегистрировать. Сейчас у нас подключились школы к этой работе. То есть проводится там анкетирование. Основные вопросы по завершению текущего года и отдельные вопросы, связанные с формированием бюджета на 2018 год и плановый период на 2019 и 2020 годы, озвучила начальник управления финансов и налоговой политики Ирина Викторовна Мельникова. Исполнение доходной части бюджета по муниципальным образованиям поселения по состоянию на 1 ноября составляет 78%. В прошлом году на эту же дату исполнения доходной части по вашим муниципальным образованиям составляло 85%. То есть здесь идет у нас явный спад, явное снижение. Сейчас, когда у нас уже на носу 1 декабря, и вы все прекрасно знаете, что нужно проплатить налог на имущество, земельный налог и транспортный налог с физических лиц, я думаю, что в данном направлении вы тоже не дорабатываете, поскольку в этом году на 1 ноября по этому источнику доходов поступило всего лишь 60%. Все вопросы, связанные с дорожными работами, ЖКХ и благоустройство, озвучил заместитель главы администрации Алексей Вячеславович Герасименко. По городу Татарску ремонт автомобильной дороги по улице Смирновской выполнен 100%, по улице Интернациональной 80%, обустройство пешеходных переходов на сегодняшний день 40%, ремонт обводной дороги от переулка Кирпичной до улицы Садовой 70%, ремонт обводной дороги от переулка Кирпичной до Садовой, это от улицы Дорожной до Садовой 70%, ремонт как бы по Урицкого выполнен всего на сегодняшний день 10%. По обустройству пешеходных переходов установлено 88 дорожных знаков, приобретены искусственные неровности, 8 штук на данный момент не установлено, 8 светофоров установлено, ведется работа по устройству ограждения.
Также Алексей Вячеславович отметил, что работы выполнялись и на территории сельских поселений. Полностью работы выполнены в Дмитриевском, Киевском, Казаткульском, Козловском, Константиновском, Кочневском, Николаевском, Ускюльском, Новопокровском, Новопервомайском, Красноярском, Лопатинском, Увальском, Неудачинском и Казачьемыском муниципальных образованиях. На прошлой неделе в военкомате города Татарска состоялась торжественная отправка новобранцев из Татарского, Устарского и Чистоозерного районов на военную службу. Как обычно, в такие дни во дворе и в самом здании военкомата было многолюдно. Проводить бойцов в армию собрались родители, родственники, друзья и, конечно же, девушки. На построение и порядок дальнейших действий до новобранцев довел военный комиссар Виталий Томилов. Он пожелал парням за год службы стать настоящими защитниками Родины и не забывать родителей, звонить и сообщать о себе. Напутственные слова также сказали первый заместитель главы Татарского района Сергей Седлецкий, начальник управления образования председатель призывной комиссии Людмила Привалова, директор молодежного центра Михаил Пучков. Он вручил 10 призывникам из Татарского района небольшие презенты. Всего в тот день на сборный пункт ВОПЬ было отправлено 18 молодых бойцов. Десятого ноября в районной администрации состоялось заседание комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и пожарной безопасности. С 1 января по 20 октября 2017 года в городе Татарске и Татарском районе зарегистрировано 38 пожаров. Количество пожаров в сравнении с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 6 случаев. На пожарах с 1 января по 20 октября 2017 года погибло 6 человек. В сравнении с аналогичным периодом прошлого года количество погибших людей на пожарах увеличилось на 5 случаев. Количество получивших травмы на пожарах в 2017 году – 6 человек. Причинами произошедших пожаров послужило нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи – это 17 пожаров, нарушение правил технической эксплуатации электрооборудования – это 15 пожаров и неосторожность при курении. Этим было вызвано 3 пожара, из них 2 с гибелью. Условиями гибели и травмирования людей послужило состояние сна и позднее обнаружение пожара. Гибель наступила до прибытия подразделений пожарной охраны. Анализ происшедших пожаров с гибелью и травмированием людей показывает, что ни одно из домовладений не было оснащено автономными пожарными извещателями, что существенно повлияло на трагические последствия пожаров. Главам муниципальных образований Татарского района были даны настоятельные рекомендации. Активизировать деятельность рабочих групп по проведению подворных обходов в жилом секторе, уделив особое внимание местам проживания социально неблагополучных граждан с проведением инструктажей по мерам пожарной безопасности и проверкой состояния печного отопления и электропроводки. Также в постоянном режиме проводить агитационную работу с населением о целесообразности оборудования жилых помещений автономными дымовыми пожарными извещателями жилых помещений за счет собственных средств. Принять дополнительные меры по обеспечению пожарной безопасности на объектах муниципальной собственности и муниципального жилого фонда. Международный конкурс-фестиваль «Мы вместе» собрал под своим крылом в городе Новосибирске большое количество талантливых музыкантов и вокалистов. Отличились на этом фестивале и конкурсанты из Татарска. Подробнее в нашем сюжете. Конкурс проходил по трем номинациям. Это хоровое пение, инструментальное исполнительство и вокал, который, в свою очередь, делился на эстрадный, народный и академический. Татарский район представляли преподаватели Дома культуры «Родина» со своими воспитанниками. Воспитанники Евгении Дедовой, это Дарья Шинкаренко и Елизавета Харитонова, воспитанники Ольги Чужаевой, Елена Зубова и Дана Чужаева, ансамбль Дома культуры «Мелодия». И если говорить о результатах, то они не могут не радовать. Лауреатом первой степени стала Виктория Евтушенко. Ансамбль «Мелодия», руководителем которого и является Виктория, получил звание лауреата второй степени, а Елизавета Харитонова – лауреата третьей степени. Дипломантом первой степени стала Дарья Шинкаренко, а Елена Зубова и Дана Чужаева – дипломантами второй степени. Принимали участие более 350 человек.
из разных городов. Конкурс длился 3 дня, то есть довольно-таки обстановка была не очень напряженной, так как все это проходило легко, так скажем, как по маслу, потому что все-таки люди, которые занимаются своим любимым делом, это им не составит никакого труда выйти и показать себя, исполнить произведение на высоком уровне, так скажем. Удалось познакомиться со многими участниками из других городов, очень интересные люди все, и в жюри тоже профессионалы. У Виктории Евтушенко свой подход к воспитанию и обучению юных вокалистов. Многих интересует вопрос, можно ли научить ребенка петь с нуля, и есть ли смысл в том, чтобы пытаться сделать вокалиста из человека, не обладающего слухом? Я стараюсь брать не всех, потому что людей очень много. Детей желающих очень много, а родителей желающих отдать своего ребенка учиться вокалу еще больше. Поэтому, естественно, происходит отбор, некие это прослушивания, ребенок исполняет какое-то произведение, где уже педагог может определить, какие-то вот качества есть у ребенка, возможность заниматься этим делом или нет. Потому что я считаю, что научить можно любого человека вокалу. Но дело в том, что хотелось бы профессионального какого-то результата, но это, к сожалению, не всем дано. Не стоит забывать и о том, что обучение вокалу в Доме культуры во многом отличается от обучения в специализированных учреждениях, таких как, например, музыкальная школа или училище. У нас все-таки идет больше это такой уровень, что люди приходят чаще всего провести свое время, занять как-то. Если это дети, то, естественно, им то, чем-то заниматься. Если взрослые, то тоже они приходят провести больше свое как-то свободное время занять. В музыкальной школе все по-другому. У них проходит занятие, построено так, что они знакомятся с нотной грамотой, чего нет у нас, потому что это очень много времени занимает, и желательно позаниматься с каждым индивидуально. Мы, конечно, стараемся иногда какую-то интервальдику пропевать, то есть интонация, чтобы была более точная. Принято считать, что любой артист, выходя на сцену, в той или иной степени испытывает волнение. Если этого чувства нет, значит, артист недостаточно хорош. Однако те, кто держит кулачки за кулисами во время выступления своих воспитанников, переживают сильнее любого артиста. Ну, конечно же, когда воспитанники выходят на сцену, ты волнуешься вдвойне или втройне даже, потому что не знаешь, всякие ситуации бывают, но, как правило, дети, даже маленькие, выходя на сцену, они себя показывают хорошо, так скажем. Все равно у них присутствует волнение, и коленки дрожат, и голос дрожит, они кого-то увидят в зале, и их это пугает иногда. Ну, они с опытом, все с опытом набираются как бы такого более уверенного выхода. А у меня тоже бывает волнение. Новости спорта продолжит наш эфир. С 10 по 12 ноября в Татарске прошел межобластной турнир по хоккею среди взрослых команд, посвященный Дню народного единства. На турнире встретились команды из Новосибирской и Омской области. 10 ноября команда чинов сразилась с хоккеистами из Калачинска, а также команда татарского района «Сибирские волки» сыграли с куйбышевским «Факелом». Основное время закончилось со счетом 5-5. Команда татарского района смогла выиграть матч по буллитам. Второй день отыграли Куйбышев и Калачинск, затем татарский район и чины. Первый период второго матча закончился в пользу чинов, но затем сибирские вырвались вперед и одержали сокрушительную победу со счетом 11-6. Последние два матча между командами Куйбышева и чинов, а также татарского района и Калачинска, были не менее зрелищными. Сибирским волкам удалось обыграть калачинскую команду «Сибиряк». А по итогам турнира команда татарского района взяла золото. На втором месте оказался Калачинск, а на третьем – Чановский район. С 15 ноября по 15 декабря в нашем районе проводится 4-й районный фестиваль творчества граждан с ограниченными возможностями здоровья, окрыленные надеждой. Управление культуры, спорта по делам молодежи и социальной политики приглашает жителей Татарского района принять участие.
Фестиваль является одним из важных звеньев социальной и творческой реабилитации граждан с ограниченными возможностями здоровья, направлен на постоянное вовлечение в творческий процесс, который является способом развития активной жизненной позиции, самовыражения и осознания собственной личности. Фестиваль предполагает участие всех желающих граждан с ограниченными возможностями здоровья. Заявки могут быть поданы как заинтересованными организациями, так и индивидуально участниками. Фестиваль предполагает выезды организаторов и жюри в муниципальное образование для просмотра выступлений и материалов участников. Возможны выезды на дом, предоставление выступлений на видеоносителях. Для проведения фестиваля создается районный оргкомитет, который осуществляет общее руководство процессом подготовки и проведения фестиваля, а также утверждает исполнительную дирекцию и творческую группу. В фестивале принимают участие граждане с ограниченными возможностями здоровья всех возрастов, без ограничения видов заболеваний, активно занимающиеся различными видами любительского творчества. Исполнительские виды искусства, такие как вокал, танец, театр, литературное творчество, инструментальное исполнение, оригинальный жанр, хоры, ансамбли и многое другое. А также художественное творчество, куда входит изобразительное искусство, скульптура, декоративно-прикладное искусство, вязание, швейное мастерство, фотография и многое другое. Все подробности вы можете узнать по телефону 2-20-72, либо по электронной почте tat_kultura@list.ru. Это был информационный выпуск «День за днем». Смотрите нас на телеканале ОТС каждую пятницу в 18:00 с повтором в субботу в 10:30. Также все наши выпуски вы найдете на нашей странице ВКонтакте. Ну а сразу после программы «День за днем» — «Улица Свободы». С вами был Егор Галев. Всего доброго и хорошего вам настроения.